В Мытищах обсудили, как идет строительство нового путепровода, параллельно с которым ведутся работы по возведению примыкания к развязке федеральной трассы М8 Холмогоры. Путепровод через железную дорогу на выезде с улицы Мира на Ярославское шоссе станет важным элементом транспортной инфраструктуры. Строительство мостового сооружения, которое ведется в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги», планируется завершить уже в этом году. Он соединяет центральную часть города с микрорайонами 31 и 34, а также обеспечит второй выезд из города на Ярославское шоссе. Протяженность путепровода, на котором предусмотрено четырехполосное движение, составит 2 километра, эстакады более 150 метров. Перспективная пропускная способность дороги – порядка 50 тысяч автомобилей в сутки. Здесь установят дорожные знаки, систему видеонаблюдения и шумозащитные экраны высотой 8 метров.